Павел Николаевич, вы могли бы прокомментировать вот те слухи, которые говорят, что вы и Бондаренко решили хлопнуть дверью покинуть КПРФ? Вы же недавно говорили, что вы только собираетесь вступить в эту партию. Да, я еще не вступил, чтобы покинуть, это нужно понять. Но, с другой стороны, в последнее время участились вот эти провокации, которые направлены на то, чтобы внести раскол. Они и до выборов были, а особенно после выборов. Люди, я так понимаю, близкие к власти, потому что нет конкурентов у КПРФ, кроме партии власти и власти как таковой сама. Все они пытаются как-то нести раскол или очернить членов КПРФ. Вот это вся, абсолютно видно, что это подставленные, скажем так, случаи с Бондаренко, когда там ему приписывают хулиганство. Зонтитрашкин, которого задержали с помпой в 4 утра. Причем приехали все сразу и в одно место. Понятно, что это все было спланировано. И ситуация с совхозом Ленина, где мы абсолютно как-то отвязаны, суды, которые вообще на закон не смотрят, смотрят только на желание каких-то рейдеров. Все это видно, что усилия, направленные на раскол в КПРФ, на ее дискредитацию, они предпринимаются очень серьезно. В том числе вот эти вот фейковые новости, которые мы увидели за последние несколько дней. Вот то, что мы с Николаем Николаевичем Бондаренко каким-то образом пытаемся отойти от КПРФ, этого не было, нет и не будет. Никто не дождется этого. И то, что вот последнее там выступление непонятно кого, то есть это тоже спланированная провокация, когда фотография моя, а я тут, оказывается, какому-то журналу «Шпигель» какой-то. Вы не давали, кстати, невменяемый иностранному журналу «Шпигель» в момент избирательной кампании интервью я давал, но касалось оно именно того, как меня сняли с выборов и больше ни о чем не говорили. И говорили, конечно, еще о том, что КПРФ единственная оппозиционная партия, но это знают уже все. Без исключения, что действительно КПРФ показал очень хороший результат на выборах, она консолидировала большое количество людей. И об этом журнал «Шпигель» написал. Но то, что было подложено к моей фотографии, и никакого отношения вообще никакому интервью не имеет. Тем более голос закадровый был такой, что так, без слез нельзя его слушать. Все это провокации, провокации, направленные на дискредитацию членов КПРФ, людей, которые их поддерживают. Мы видим, какое давление сейчас оказывается на всех без исключения, в том числе депутатов Государственной Думы, депутатов законодательных собраний регионов. Это типичная реакция, к сожалению, людей, которые не умеют строить диалог, а начинают путем дубинок или там каких-то репрессий пытаться исправить ситуацию. Исправить ситуацию нужно путем принятия новых законов, которые позволяют улучшить жизнь населения. А путем репрессий вы ничего не улучшите. Поэтому рано или поздно, конечно, правда найдет, скажем, какое-то выражение. Другое дело, что мы, к сожалению, пока оказываемся в таком усиленном давлении, нашего хозяйства одно из первых, которое пострадало и страдает за то, что люди коммунисты, да и мы говорим правду. Какие-то судебные решения в последнее время принимались? Слушайте, я могу только одно сказать. Они настолько неадекватны, что даже не объяснишь. Вот, например, мы оспорили оценку судебного пристава, потому что судебный пристав посчитал, что совхоз имени Ленина весь вместе со всеми объектами и землей стоит 3 миллиарда. Одновременно этот же суд, Московский областной арбитражный суд, принял решение, что только за то, что я якобы незаконно внес уставный капитал, не я, конечно, а совхоз, потому что было решение общесобрания на эту тему, 18 гектар земли принес ущерб миллиард. Причем мы наставили на экспертизе, никто эту экспертизу не провел. То есть суд уже принял решение, что 18 гектар стоит миллиард. Ну тогда сколько стоит 1800 гектар? 100 миллиардов, значит, и плюс еще у нас основных фондов только по балансу на 9 миллиардов. Значит, и не может совхоз стоить, даже по кадастру земля стоит больше 5 миллиардов. Не может совхоз стоить 3 миллиарда рублей. Но почему-то суд вчера отказал нам, скажем так,
оспаривание оценки. И на голубом глазу, даже поскольку нет отчета, то есть даже отчет не был представлен, подписанный оценщиком. Оценщик не явился, что он год не является в суды. Вот. И суд решил, что нам нужно отказать в иске. Что он там напишет, я не знаю, но это был первым шоком. А вчера же еще, вдруг ни с того ни с сего, судья принял решение, что все акции всех акционеров нужно перераспределить в компанию «Ротагро». Почему? Понять никто не может. Это все, что сейчас вот суд примет решение, вашу квартиру перераспределить в сторону, там, не знаю кого, жителя, или там, Полихата, наверное, или депутата Сабля. Почему? Непонятно. Правда, есть интересное наблюдение. Судья принимает решение, рыдала. То есть на нее так надавили, значит, ну, все мы люди, что она слушала дело, плакала, заморкалась, значит, но в результате все-таки через 3 часа вынесла вердикт. Мы с ним ознакомимся, будет понятно, что это опять абсолютно неправосудное решение. Ну, знаете, мы привыкли уже к этому. Как можно, например, между супругами делить акции, в том числе разделить акции совершенно чужих людей? Ну, моих замов или детей. Как можно на основании справки, которую уже судебная экспертиза показала, что справка о инвалидности, она выдана неправомочно. 2/3 отдать имущество моей бывшей супруги, которая ни дня не работала в совхозе. Как можно принять решение вот по этому миллиарду, хотя деньги все пришли в совхоз, еще половина земельного участка вернулась, экспертизы никто не проводил, но вдруг вот такое решение принято, и я теперь вынужден обращаться к людям с просьбой помочь совхозу, потому что мы только от этого решения, только вот перечислением больше 150 миллионов перечислили налогов. То есть «Ротагро» делает все для того, чтобы мы обанкротились. Общая сумма ущерба, которую нанесла «Ротагро» за эти 2 года, уже больше 200 миллионов рублей. Вот, и мы всем заплатили. Вот, и все, что они делают, арестовывают наши земли, а они уже 3 года у нас арестованы по ходатайству вот этих рейдеров. И то, что они оккупировали дворец культуры, и то, что они всячески запрещают и не разрешают проводить общие собрания, оспаривает любое действие. Все, что они делают, они сейчас поставили под удар всех работников совхоза. И жителей, кстати, тоже. Они вдруг решили, что совхоз продавал квартиры дешево. Хотя мы продавали по рыночной стоимости. Точно так же, как все остальные. И гораздо дороже, кстати, чем пригород Лесной, где тоже рота имеет участие в капитале. То есть она там совладелец этого самолета. В общем, это структура, которая застраивает пригород Лесной. Все это вместе говорит только об одном. Рейдерский захват развивается. Конечно, они поставили под удар всех работников совхоза. Они сделали все для того, чтобы все мои родственники, близкие люди, друзья, все оказались в судебных заседаниях. Сейчас у нас больше 19 судебных заседаний только на тему, что якобы мы что-то неправильно делаем. Причем оспаривают они сделки, начиная с 2011 года. То есть уже 10 лет прошло. Любой суд должен был им отказать по сроку исковой давности, по другим основаниям. Они, кстати, в суды представили фальшивые отчеты оценочные. А когда их на этом поймали, когда вызвали оценщиков, они сказали, что они эти отчеты не писали, надо было возбуждать уголовное дело по факту мошенничества. Нет, судья ничего не сделал. Она продолжила рассмотрение дел. Хотя должна была закрыть эти дела, потому что нет оснований. Вот. И мы понимаем, что на стороне рейдеров суды, правительство Московской области, муниципальные вот эти вот служащие, которые, что не видно, что дворец культуры принадлежит совхозу, наши дети занимаются в приспособленных помещениях, а мы не можем капитальный ремонт провести, потому что, видите ли, какой-то директор центра культуры запрещает проводить капитальный ремонт. Вот. И там охранников спит до 8 человек, они там ночлежку устроили, им просто жить негде, судя по всему. И там сейчас находится, ваш канал показывает, как они через окно лазят, как они там пользуются всякими туалетами. Да, поэтому все, давление на нас нарастает. Но вот эти вот все провокации, которые мы вначале говорили, я имею в виду по телеграм-каналам, поэтому это все звенья одной цепи, это все одни и те же. Это люди, нанятые рейдерами, ротой Агро, всякими Полихатами и прочими шушерами, которые, значит, напали на совхоз.
Наше дело правое, когда-нибудь мы победим. Но очень тяжело все. Но вы борьбу прекращаете? Нет, мы не сдадимся. Врагу не сдается наш гордый варяг. Другое дело, что у них огромная сила. В руках у них судебные приставы, правоохранительные органы, судебная система, прокуроры. И все это, по администрации, кстати, это же надо понять, почему нам 3 года уже больше не дают разрешения на пристройку в школе. Кто запрещал торговать земляникой совхоза? Кто не дает разрешения на то, чтобы мы торговали? Кто всячески ставит палки в колеса? Кстати, тут интересно. Московская область пытается взять земельные участки. Мы не против, чтобы под дорогу взимали земельные участки. Но вот когда они оценивают прямо рядом земельные участки с тем местом, где вот я тебе должен 1 миллиард, то они, оказываются, стоят в 1000 раз дешевле. Представляете? Мы говорим, подождите, но если вы уже оцениваете вот этот земельный участок в 1 миллиард, тогда оцените точно так же и соседний земельный участок для изъятия. Нет, вот там в 1000 раз меньше цена. Вот эта политика двойных стандартов по отношению к совхозу Ленина, конечно, поставила нас в тяжелое экономическое положение, но если на этом мы работаем, налоги платим, зарплату выплачиваем, я думаю, что и к Новому году все получат и подарки, и премии, и все как положено.